нас есть понимание, что я в этих отношениях вообще, ну, супер-пупер вкладываюсь, да, я не уступаю своему партнеру здесь. И поэтому страха потерять, вот этот вот ваш страх, который, знаете, он уйдет, он быстро женится, а я останусь одна, короче. Это же страх, потому что вы не понимаете свою цену. Или, точнее, понимаете, что она у вас на двоечку, а мужика на двоечку вам не хочется. Вы, девушка на двоечку, живете с мужем, который на семерочку. Конечно, у вас будет страх. А после этого теста вы поймете, как себя дорасти до семерки, до восьмерки, до десятки, чтобы вы выбирали мужиков, а не они вас. Это вы получаете, девочки, этот тест я давала в закрытом клубе выпускниц. Этот тест я вам даю бонусом тоже в этом наборе. Все, кто присоединяется сегодня, получат его на платформе GetKursk для скачивания, и вы сможете продиагностировать и себя, и своего мужчину, или там потенциального мужчину, и подругу свою, и все остальное. В общем, посмотрите, из чего вообще состоит весь этот механизм. Понятно, да? Я надеюсь, что я, девочки, объясняю. Понятно. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Курсы, курсы, шмурсы. У меня тоже есть один курс, единственный. Знаете, в чем различие? Вот вообще мужских курсов, да, для мужчин и для женщин. Чаечки, курсы идут, ну, эти там, инфо-цыгане там, и так далее. Как там удачно жениться, точнее, замуж выйти, там, да, вот возрастить свою ценность, чтобы он платил, чтобы он там, короче, обеспечил. Ну, короче, понятно, да, чтобы раскрутить на бабло. У мужчин чаще всего какой-то, знаете, там, как такой вот курс скорой помощи для мужчин, допустим, да, вот, как у меня двухчасовый есть один. Кстати, ребята, кого интересует, можете написать мне в личку. Вот, я вам подробности дам. Как сохранить свои деньги, свои, блин, общение с женщинами, да, как вообще не погибнуть в общении с женщинами, да, ну, попросту как бы жизнь свою спасти. Вы гляньте вот на вот эти вот миры, то есть за что боремся мы, да, вот чтобы за адекватность, да, за здоровое отношение между мужчиной и женщиной, там, и так, за традиционные ценности попросту, да, чтобы мужчин ценили как людей, как мужчин. А там развести, там что-то цифры каких-то накидало, короче, да, он тебя не ценит, ты, а ты лучшая в мире, во вселенной, короче, ну вот такая, ну, блядь, тарологини, психологини там и так далее, да. Как же разнится наша адекватность с ними, да, вот наши вселенные, выражаясь их языком, скажу.